слушать наши глупости, вот, а обсуждать мы будем одну интересную вещь. Какую скажет мой собеседник Олег? Вот, хочу узнать мнение не столько обывателя, сколько человек, который в теме брендинга, но он ни разу не видел то, что я ему сейчас хочу показать. Вот что он скажет на эту тему? Ну, первое, что пришло в голову, покажу поближе. Ой, на свету, а вот так на свету. Ну, я вообще не поймал. О. Да? Это и не я. Но зная то, что это непростая штука, смею предположить, что это спираль. Что это одно целое. Это источник. Это середина, это точка, это ноль. Интересно. Но первая ассоциация не я. Ну, как бы это стандарт. Угу. Так. Че еще? Ты сейчас поговори, я пока тебе. Также можно увидеть здесь две рыбы. На самом деле тоже в том числе. Прикольно. Поскольку это металлическое, то этот брендинг будет относиться, ну, к мужскому началу. По ощущениям это медь. Не могу ошибаться. Как логотип очень легко рисуется. Это хорошо. Так, здесь один курс. Вот какая фишка. Вот. Вот он. Это один пояс, один путь. В этом году была конференция. Ну, конференция. И это строится шелковый путь. Угу. Вот. И символика шелкового пути, одного пути, один пояс, один путь. Выбран вот этот вот знак. Но это изображение. А это изделие. Инь-янь – это плоскостное изображение, которое нельзя потрогать, нельзя взять. А, и вот если говорить о эволюции брендинга, то есть изображение, иллюстрация, а есть реализация. Его реализация. То есть вот это вот как бы следующий этап. Некое изделие, которое, как это называется, джип или ксеркс. То есть мы называем торговую марку, а подразумеваем какое-то изделие. Джип. Мы называем ассоциативный ряд. Да, все машины. Ассоциативный ряд. А это некая эволюция этого изображения. Это генетика, это NLP, нейролингвистическое программирование, это семантика лингвистических элементов генетического кода. Сейчас я попробую рассказать. Она раскрывается. Раскрываясь на плоскости, она образует другой семантический ряд. Она появляется еще символ, да. Не символ, а измерение еще одно появляется. Ну, соответственно. С плоскости. И поэтому уже. Это буквица. А, вообще-то это руна. Буквица. Ну, здесь есть буквицы. Вот. Предназначение каково? Непосредственно. Это исследуемый объект на сегодняшний день. Угу. Некоторые символы, которые он генерирует, разгаданы. Вот, он применим практическим, ну, практически применим. В прошлом году вот здесь вот за куполом мы делали эксперимент аграрный. Вот это изделие сажали вместе с аграрной культурой. Вот, и культура росла быстрее.
Вот. На основе этого изобретения сделано, на основе этой формы сделано ряд изобретений другими людьми. Вот. Один из символов означает время, меру времени. Сейчас покажу. Вот это вот буквица Ижа, из буквицы мера времени. Вот это вот буквица, это вот наш из всеосветной грамоты. Вот. Это фита, вот это ферзь, вот если от себя. Вот это фита. Это фита. Ну, в общем, это, если говорить о изделии, вот он, пряжка. Это биоэнергетическое устройство, которое гармонизирует торсионное поле. Это энергия фи. Есть энергия пи, есть энергия фи. Это энергия фи. Гармоника. Имеет физическое свойство соединения. Крепеж. Скреп такой. Нет, скреп. Крепеж. Соединение. То есть, если линия, это разделение, то это противоположное соединение. Крепеж. Соединение. То есть, нас соединяет. Вот, и это бренд, ну, некий, потенциал у него есть. Наверное, не бренд, а логотип все-таки больше. Ну, логотип что такое? Лого? Лого, ну, самое простое, Макдональдс, когда написано слово, и когда буковка М, что из них что? Что из них бренд, что из них логотип? Ну, расскажи. Ну, когда слово Макдональдс написано целиком, это бренд. Угу. А когда мы чисто буковку М видим, это логотип. Угу. В данном случае мы не видим слов. Ну, я, конечно, вижу, здесь мелко написано, его не видеть. Но все-таки это больше логотип. Угу. Ну, какой потенциал его? Вот каким образом его как бы вывести? Вывести. Вот нам надо его вывести в Азию. Соединить Китай и Россию. Хороший вопрос. Ну, вообще задача соединить Китай и Россию. Ром, просьба, канал тебе. Вот это Россия. Вот она. Уэ? Инь-янь. Это Китай, а буквица это Россия. Вот. И там, допустим, в 2012 году, я тебе показывал ролик. Он, конечно, у меня вопрос, зачем соединять? Для того, чтобы потом с этого трафика получать дивиденды, прибыль. Мы не говорим, о коммерции. Мы, скорее всего, говорим о какой-то миссии. Вот прям миссии. Вот. Для человечества. Соединить Китай и Россию. Ну, соединение, добавление. Например, при Советский Союз, когда распался, Китай получил в наследие Институт дружбы народов. И то, что в Китае сейчас мы видим, это как раз советское наследие. Вот вся экономика, вся хозяйственная деятельность, модель Китая. Я могу больше сказать, что изначально, когда славяне распространялись по материку и ушли туда, и поскольку ну, как бы с новой территории у нас появляется новая физиология. Это все очень есть до сих пор есть фенотип, правильно говорю, да, внешняя сторона, что китайцы светлые. Ну, то есть у них русые волосы, но при этом у них ну, характерные глаза и выражение лица. Но при этом у них исключительно только русые волосы. Это как раз вот до китайской стены великой. У них в основном там все русые китайцы. Ну, об этой тематике получается, что мы имеем инь-янь плоскостную. И Россия
Китаю привносит эволюцию сознания. То есть есть подсказное выражение сознания, это двоичный код, коромысло. Да, нет, плохо, хорошо, черное, белое, мир, война. А это дополнение. То есть это синтез и дополнение. Здесь нету разделения вот этого. Ну, чтобы то тогда вот этот логотип стал соединением, да, не разделением. Здесь должно быть слово, и вот здесь должно быть слово. Когда он между ними эти слова соединяет. И если это визуализация логотипа, ну и бренда уже, то эти слова, они должны туда внутрь уходить. Ну, здравая идея. То есть это должно быть показано на физическом плане. Что вот это должно быть в центре, если оно соединяет. Что оно соединяет. Что и как бы если вот, например, выйти Россия, там и уж, ну как вот. Россия, Китай, да? Что ёть? Вот, Россия, Китай, два слова. И они, соответственно, вот раз, бренд. Вот уже бренд, Россия, Китай, вот этот символ. Но он же уже есть. И визуализация внутрь. Здесь не написано Россия, здесь фонд исследования. Фонд, ну это фонд исследования. Вот. Вот эту трибуну, которую ты сейчас видел, это следствие вот этого события. Двенадцатый год. И в этом году он вылез. Вот эта штука. Мы принесли в Тибет. И кто там самый главный в Тибете-то? Тибете? Монахи. Ну вот монах там уже есть. Далай-лама? Да, да. Он дал толкование вот этому символу. Синее и желтое. Это было в 13-м году. А дальше развитие? Ну вот уже в виде. Вот в широком формате, вот в этом году он появился на международной арене. Вот в виде символа шелкового пути. Один пояс, один путь. Ну это сувенирка. Простая. Которая может быть. Это именно сувенирка, она как. Ну, мало кто будет использовать как какой-то предмет обихода. Ну, кстати, оно и предмет, оно и в инструментарии есть. То есть надо это, ну, как бы показывать, как его использовать в инструментарии. Да, это отдельная тема. Но так-то это сувенирка. Или нет? Ну да, это сувенир. И он отождествляет вот шелковый путь, по сути. Но он и не стал отождествлять. Ну, получается, что да. Судя по событиям, которые происходят. Представлен. Вот он же представлен. В этом году эта штука представлена на международной конференции России и Китая. Ну, в виде. Олег, а для чего она? Это руна. Ну это все, это может быть больше, чем даже я скажу. Нет, это вообще предназначение. Это гормон. Это гормон. Понимаешь, это гормон? Нет, если про какой-то сакральный смысл, я понял, в обиходе она используется, я видел, что ее зажимаю. Ну, пожалуйста, пример. Как бы, ну, как пример. То есть ее можно использовать, прикольно. Как держатель. Да, она как бы имеет физические. Ну, крепеж. В основном крепеж. Интересно, она все-таки. Ну, мне нравится. Это же первый раз, когда приехал, увидел, там, дриговал. То есть так.
А почему? У меня есть, ну, некие сомнения, что именно поступок перед. Ну, как бы, когда вы передали Лаламе, именно, ну, как бы дальше цепь событий сложилась именно так. То есть есть точное доказательство, что именно от него сложился логотип Бриф. Ну, я тебе скажу так, что вот ты держишь уникальное изделие. Я понимаю, я показываю. Ну, смотри, уникальное изделие, которое проверено по базам данных, по международным. Вот. И его нету нигде. То есть есть. То есть, ну. Нету нигде, не понимаю. Ага. Вот он есть. В России это считается изобретением. То есть до этого, вот до появления вот этого, его не было в России. Ноу-хау. Ну, это ноу-хау, да, совершенно верно. Но этому ноу-хау в России уже 9 лет. То есть до этого не было. Мы его нашли вот относительно этой территории в Буквице. Но Буквице сколько ей лет, тоже непонятно. То есть нельзя сказать однозначно. То есть ученые называют это мертвецкими знаниями, то есть, ну, знания прошлых цивилизаций. Они вот это хорошо забытое старое. То есть, ну, я знаю это, да. Я одно время как-то перевел, ну, раньше же буквицы все имели более образные, ну, образы, конкретно буквицы имели образы. У меня алфавит есть переведенный. Аба, Вагадей, уже зазело, земля. Ну, все. Первую строчку только вспомню. Я бесконечно. Аба, Вагада. Я бесконечно ведающий, несу сияние, чтобы жить и существовать. Угу. Ну, да, мы этим. Вот она. То есть. Вот это конкретно это фита. Но она в буквице так представлена. Вот, и же я тебе показывал. Угу. Вот. Вот у нас изделие сделано, коррекция на эту тему. Это фибула. Так называемое. Вот это все здесь в Пудышево, кстати, делалось. Сейчас другие образы покажем. Ну, смотри, получается, вы вот эту чакру задействуете, если это ремень. Амулет, ну как амулет. Подвеска. Фибула, подвеска. Уши. Не знаю, уши. Так, это вот что сделано. Так. Ну, понятно, что это вот коловрат. Это уже генетика, ну, генетический ряд. Так. Движение планеты нашей с другой. Так, движение. Ну вот они, видишь, как бы он проецирует вот это вот, вот и же. Вот, то есть это получается уже слог. То есть проекция на плоскости, все буквы плоскостного письма есть вот, проекция, кстати, на плоскости. Как идея еще одна. Вот так же вот эти, ну, похоже, нарисовать здесь Россия, а сюда вот изображение вот такое. Я понял, что ты говоришь, ага. Ну, угу. Или, ну, если, ну, любое слово, ну. Неважно. Вот она по всей осветной грамоте. Mm-hmm. То есть, ну, она реально отождествляет то, что здесь написано, как бы рождает, то есть она способствует деторождению для женщин. Ну, проводили эксперименты с аграрной культурой, то есть как бы проростки лучше проращивается культура с ней. Сейчас идти. Это вот в истории, это, кстати, Екатерина II родилась в этом замке. На этом замке вот она, есть такая символика. Вот. Буквица число π, число φ.
это фи. А вот когда мы вырезаем, там, допустим, из плоскости, у нас получается зародыш с одной стороны, ну, что она, в принципе, отождествляет. Вот. Ну, гормонограф у нас тоже рисует. Вот одна из проекций. То есть, если вот у нас эта спираль сделана в шаре, в стеклянном, и под разным углом получается, видишь, разные символики. То есть, ну, рождает целый семантический ряд. То есть, это язык, неизвестный язык. Вот. Что за язык, непонятно. А вот устройство, вот тебе венчик. То есть, венчик, у которого КПД в два раза больше, чем вот строительный обычный венчик, который мы знаем. Вот эксперименты, где образуется тор. То есть она смешивает спираль не сверху, а по... И сверху, и снизу. То есть она как бы выбирает в себя, вот, и смешивает посередине. Вот. То есть это применимость этого всего дела. Вот геномные тексты, то, что Горяев занимается, там читает, вот, ну, эта тема, она, вот если дальше там эти витки продолжить, то опять же в спирали витки, вот, ну, то у нас получится некая ДНК. Вот, то есть новая модель ДНК, по сути, по большому счету. Ну не новая, может быть. Ну, хорошо забытая, может быть, или что-то еще. Вот. Ну вот они эксперименты, то есть вот в этой чашке лежит эта форма, в этих нету. То есть, ну, три эксперимента делали разные люди, результат один и тот же. Вот. Это вот здесь вот прямо, вот, за куполом. Итак, сегодня в прошлом году. 12 июля. Или июня, год первый назад. Месяц лета. У нас прошло 10 дней. Сам потерял свое время. 10. 12 дней. Вот. Короче, здесь вопрос. Экспериментальная грязка. Она проросла вся. Под каждой клавиатуре. Ну там, да, то есть там рядом. А эти две контрольные, они нет. Вот. Ну, как бы они обычно растут, а там ускоренно растут. Вот с этой штукой. То есть она влияет на рост растений, на время роста растений. Вот. И три эксперимента проводили разные люди. Вот. Ну, мы здесь провели, в Ростове провели, вот, в Севастополе провели, и везде одинаковый результат. Вот. Ну, Тримурти. Когда-то художник Тримурти нарисовал, как бы, эти спирали, вот они, вот, и мы потом появились. Мы через год мы появились. То есть как это, вот совпадение, не совпадение, то есть, ну, непонятно. Ну, здесь тема, вот у нас есть этногенеза, вот они. Кресты здесь вырисовываются, то есть кельтский крест здесь получается. Это уже существующий этногенез проект. Ну, все это с физикой. Там можно еще космологию сюда тоже. Да, здесь, ну, она как бы универсальная. Безгранична. Да, и как бы ей многое чем можно объяснить. Так, что здесь? Вот они. Ну, как изделие, вот они. То есть фибула для шейного платка, подвеска и пряжка для пояса и ремня. Вот. Это как вот изделие. Потенциал – это Азия. Международные отношения – Азия. И оно, по большому счету, уже материализуется, понимаешь? То есть, но некому этим заниматься, нет у нас специалистов, профессионалов, кто бы вообще понимал бы в этой теме. То есть я имею в виду не в теме в самой, то есть, ну, как вот это устройство, а в теме
брендинга. Понимаешь? Вот. А потенциал у этого есть. Очень большой. Ну, волшебство, что ли, как это еще назвать. И люди это воспринимают. То есть достаточно. И в изделиях, и в товаре это все уже воплощено. И тема у нас время. Вот. То есть мы открыли такую тему. В прошлом году открыли фонд исследования природы времени. Оно исходит тоже вот из этого. Но так как мы по вновь выявленным обстоятельствам Российской Федерации и СССР, мы эти документы пока положили на полку. Ну, какой смысл, да, то есть как бы с РФом все это дело делать. Вот, а потенциал большой. У нас это телепортация без времени. Такие устройства, как скатерть самобранка, например. Вот. Ну, я хочу сказать, я давно занимаюсь уже наукой и изобретательством. В Твери три организации в области изобретательства. Я руководитель их за 9 последних лет. И поэтому у нас понимание по вот этим всем вещам, оно очень глубокое. Вот. Колесо-то, оно, это уже вчерашний день. То есть у нас все есть для того, чтобы летать. Но есть такие причины. Люди, да, не готовы вот к этому, ко всему. Но хотя мы сейчас стоим на пороге перехода в следующий технологический уклад, гуманитарный. И изменил логику социального поведения. Вот. Ну вот если говорить там, допустим, мы сегодня начали с детей Земли, ну, это вот появился с этим проектом. А так это вот будущего. Тема изначально мы с Димой это все дело. У нас есть изобретение. Сейчас федеральная промышленная собственность, вот в частности магнитный насос, где с использованием этой спирали, это устройство, которое генерирует энергию из магнитного поля Земли. Ну вот как бы серьезные такие вещи. Там это тоже спираль присутствует. Все это адекватно физике. Вот, проверяется экспертами. Не вызывает никаких противоречий. Но не публикуется в СМИ. Публикуется. Публикуется, да. И сколько заказов? Нет, у нас нет зачем никаких заказов. То есть мне вообще. Мы... Просто изобретаете и кладете патент на полку. Да, так получается. Почему получается? Ну, почему получается так? Потому что, например, нам запрещено, Российской Федерации запрещено развиваться. Но... Уже в течение последних 25 лет. Вот. Вот у нас, например, 4 года я занимаюсь открытием инновационного центра Крым в Крыму с 2014 года. Вот, мы подписали документ, и вот Российская Федерация обязана воплотить в жизнь научное агентство республиканское. И вот она, видишь, как воплощает. До сих пор никак не может воплотить.
Вот. Сейчас тебе...